Уничтожитель из чего крафтится? Из железа? Из железа, из rotten chunks и Soul of Night вроде. И вроде из копера еще. Думаешь? Да. Может быть. Я прямо сейчас смотрю крафт этой штуки. Блин, мы убили скелетрона Прайма. Вообще, да. Это просто эпик. Так. Так, призывалка Mechanical Wormus, 6 Soul of Night, 5 Iron Bar и 6 Rotten Chunk. У нас-то вроде все есть, блин. Да, прям есть. Только уже день. Это единственная проблема. Сейчас надо посмотреть, сколько душ ночью у нас. У нас три. У меня в инвентаре три лежат. Soul of Night нужны. А почему они разноцветные, эти Soul of Night? А вот все, у нас есть все Soul of Night. Может, ты путаешь Soul of еще что-нибудь? Не-не-не, Soul of Night один штук у меня. А, не, я просто говорю, что они разноцветные. Пойду повыбиваю Rotten Chunk по-быстрому. Хотя мне кажется, у нас они есть, но я не знаю, где они. У нас одна штука есть. У меня две уже. А я кое-куда сейчас пойду. Пожалуйста, только не в джунгли. Не-не, джунгли мне уже надоели. Подожди, на самом деле мы можем идти в джунгли и копать уже хлорофит спокойно. А, да, точно. И сделать ферму хлорофита у нас под домом. Угу. Это мне еще два панциря надо для брони. А мне нужно купить эту. Да. Так кто мне все пишет, кто кому нужен? Мумия. Завалю-ка я мумию. О! Стимпанкер? Да. Кто это? Это Нип. Он классный? Чё он продает? Она продает такую вроде штуку, которой можно изменять биомы. А, точно. Она очень дорогая, кстати. Да, да, да. Вот я и хотел в основном мире ее купить, но мне даже там не хватает денег. Так, у нас три Rotten Chunk, и уже ночь, по-моему. Не, какой ночь? Сейчас утро. Просто я в коррапшене, мне очень плохо, все понятно. Да. Ночь только-только закончилась. Скоро у нас дома еще будет Санта-Клаус жить. Слышишь? Чё? Подслушано про нас написал. Мне очень нравятся ребята, которые кидают студенческие на пол и обнимаются. А-а-а-а. Мы так делаем постоянно. Да я, да-да-да. Я видел, помню. Надо что-нибудь написать хорошее. А ты мне не нравишься, ха-ха-ха-ха. Ну, мне никто не нравится, по сути. Ну, кроме одной сударыни. Так, сколько у нас уже? Три Rotten Chunk. О, вот ты. О, мне Diving Helmet выпал, что? Четыре Rotten Chunk. На еще один, да, надо? Мне выпал, да, Diving Helmet. Слышишь, сколько для уничтожителя еще нужно? Чего? У нас один Rotten Chunk. Был в сундуке где-то, да. Вот, все, значит нужно еще один. Я не уверен, что у нас железа хватит. У нас 4, а нужно 5. Железо, как же его трудно добыть, я просто фигею. Блин, слушай, я кирку выкинул святую случайно. И куда ты ее выкинул? В инвентарь слил случайно. Я ее уже нашел. А то я что-то достаю кирку, начинаю паутины копать, думаю, что за фигня.
Так, Cursed Flames. Ну, получается, все, у нас есть все ингредиенты. Можно давать люлей дестройеру. Да, где эти штуки? Еще они не спаунятся. Блин, я хочу дождь. Я хочу, чтобы эти штуки заспаунились и дропнули то, что мне надо. Так, у нас 4 железа, надо 5. Просто мне так лень сейчас идти в шахту в какую-то куда-нибудь. А? Просто мне говорят, так лень сейчас идти в какую-нибудь шахту. Так, что я нашел? Я нашел еще успех. Ты нашел успех? Я нашел успех. На чем крафтится эта призывалка дестройера? На наковальне. О, вот эта штука. О, да, даже две. О, выпало. Из нее тоже выпало. Так, у меня уже две. На, надо еще три. Я пока не скажу, когда я наберу 5 этих штук. Приду домой, и ты увидишь, что у меня будет. То есть только у тебя будет, у меня ничего не будет. У тебя этой штуки не будет. Но ты будешь мне завидовать. Если я это успею сделать до ночи. А, блин, я же не взял еще один гнилый слиток. Я думаю, что я не могу ничего скрафтить. Где он у нас валялся-то? Кто? Кто-то гнилой слиток. Какой слиток? Ротен Чанг. А, это не слиток. Да блин, я тебе говорю, я туплю. Слиток. Гнилый слиток. Дима, ты смотрел «Звездные войны»? Не. Да вы что, дебилы, что ли? Почему никто не смотрел «Звездные войны»? Нет. Я вообще почти никакие фильмы не смотрел. О, еще одна штука. Почему почти все, с кем... Почти все, с кем я общаюсь, они никто не смотрел «Звездные войны». Как так вообще? Как вы вообще живете на этом свете? Я понять вас не могу. Нет, ну вот смотри, как я живу. Я не смотрю никакие фильмы, я не смотрю телевизор, я не слушаю музыку. Что там вообще? Например. Ну, не знаю. Ну, по крайней мере, это. О, еще одна. Одна осталась. И я буду крутым. Да. Мне нужен один ротенча. Так, теперь мне еще кое-что надо. Один Ротен Чанг нужен, сука, блядь. Блин, я такой уже, я просто уже заговариваюсь очень жестко. Смотри, что у меня есть. Что? Я же сказал, ты мне завидовать будешь. Подожди, то есть получается, что мы сейчас не делаем ничего? Не, почему? Я сделал это из тех солов этих, то есть из тех... Значит, то есть если мы сейчас убиваем дестройера, мне мы тоже делаем мини-акулу. Ну да, только тебе придется купить нелегальные части оружия. А, да без проблем, все хорошо, без проблем. И пофармить акул. А. Вот я только что это и делал. Окей, вызов принят, сейчас все будет. Все, механический червь есть. Так, нелегальные части оружия. О, подожди, к нам пришла какая-то это Изабелла, это кто? Ну вот, это стимпанкер как раз. Ой. Так. О, у него можно купить джетпак, слышь? Угу. Кстати, да, он вроде... Он похуже, чем крылья. Слушай, а для чего нужен Soul Differ? Used to craft objects. Кто? У нее продается какой-то верстак. Не знаю. Надо загуглить. Так, Steam Pumper. А, пара механика. Отвердитель.
Кто? Служит для создания. Служит для создания стены с гелем. Что? Кому это надо? Использую так же, как и любое рабочее место. Нет, спасибо, я пока не голодный. Джетпак. Стоп, у меня только что были патроны, куда я их дел? А, вот они. Не, все крылья лучше, чем... Да, я же сказал. Нам далеко до океана топать? До края карты, да. Знаешь ли. Блин, я хочу дождь. Ну да, было бы круто. И потом уже сразу же копить хлорофит и уже спокойно делать себе грибную броню. Да, тебе грибную, мне черепашья. Это прикол в том, что мне хватает 4 голдов до того, чтобы сделать себе грибную броню. У тебя еще хлорофита не хватает. Хлорофит мы выращивать будем, там проблем-то нет особо. Я знаю. Но правда, это тоже займет время, он же не быстро растет. Ну да. Смотри, нужно, короче, собрать весь доступный хлорофит. Я читал, вроде 6 на 6 квадратик делать. Mm-hmm. Из земли. Я какой-то делал ферму, она нифига у меня ничего не, там не вырастало. А реально не выращивать ничего, просто же. Ну выращивает, но чуть-чуть совсем. Так, стоп, подожди, где мое грибное копье? Я, кажется, его просрал. Я не знаю. А нет, вот оно. Все хорошо. Да вы меня бейте, черви, я вас убиваю с двух ударов. Что вы от меня хотите? Так, то есть у тебя уже приманка есть, да? Да. Значит, а как нам так душ хватило наш на две мини-акулы сразу почти? Не, ну, нас хватило на полторы, потому что для одной надо 20, а выпало 30. То есть скелетрончика вполне хватило, да? Причём тут скелетрончик, она выпадает из уничтожителя. А, так только... А что еще можно крафтить? Подожди, а колокольчик, который фею призывает, он из чего крафтится? Колокольчик? Сейчас я, кстати, посмотрю, да. Я хочу этот колокольчик. Ну блин, я тоже хочу, но я больше хочу виспа. Ну блин, до него надо пантеру убить, она хоть светит нормально. Да, он от тебя не отстает, это круто самое. Лол, мне встретился только что гоблин, и он улетел. В смысле улетел? В рай. А, то есть он тебя увидел и улетел такой? Нет. У него крылья появились? Не знаю, слушай, он так быстро убегал, что аж грибочки просто виделись. Ну все, я в океане, собственно. Так, вот колокольчик. Колокольчик есть. Да, сейчас гид. Гид. Блин, я протупил, мне нужно было захватить эти. И Soul of Light, и Soul of Sight надо валить близнецов. Ага. Ну где все акулы? Они не всегда, если я там прибегал, если нет, то я отбегал, так я и снова прибегал. Окей. Может, мне нужно сразу же эти насобирать эти? Пловники, ну, чтобы да. Сразу уже не бегать никуда. Сразу же, как про стрелку, бегать с мини-акулой и ждать дождь. Мега-акулой. Можно... Да, с мега-акулой. Ну где вы, акулы? В воде. О, вот одна акулка. С нее вряд ли сейчас, правда, выпадет плавник. А нет, смотри, один выпал, 5 нужно. Да, он с большим достаточно шансом выпадает. Да, у меня вот один уже есть. Сейчас я выбью и сразу же телепортирую. Убьём по-быстрому. Кто вот двери, кроме тебя, открытыми все оставляет? Открытыми я оставляю. Вот именно. Я в лифте родился. Я заметил. Я пока в контакт зайду. А, мне что-то выпало, это, по-моему, черный краситель. Да, сразу же. Мне тоже выпал черный краситель. А еще мне выпал... Какой-то пёрпл краситель. Упс, мне еще и нырятельный шлем там выпал. Черт, я тонул. У меня хп быстро улетает, так вообще. Прямо как я улетаю с переделок. Так, там мой плавник лежит. Так, у меня уже 3 плавника. Ничего себе, ты быстро. Быстряк. Скорострел. Фух, можешь кораллы пособирать, они красивые. Слушай, кстати, нам нужно это сделать. Что? Место. Для кого место? Для трофеев. О, да.
У нас их уже достаточно накопилось. У меня в основном мире есть трофеи всех, кроме траурного дерева и тыквенного короля. Слушай, Дима, а мы будем святую броню себе делать? А зачем святую? Ты сразу лучше эту. Ну, в принципе, когда Плантеру будем убивать, мы ж не сильно люлей огребаем. Ну, знаешь ли. Хотя Плантеру мы уже с Лорафитой будем. Ну да, я Плантеру... Я видел, как ты ее убивал, да? Да, я из черепашьей валил. Так, у меня 3 плавника, и пока акул нет на горизонте. А тут летает этот ледяной дух. Дождя вроде нет. Нет, дождя нет. Так, где все акулы? Эй, маленький уродец, призови, пожалуйста, акул. Фу ты, какой маленький уродец, не призвал мне никого. Еще один летающий снежный. Чувак, у меня уже 2 коралла, можно будет украшать ими что-нибудь. Гастропод. Как меня этот гастропод бесит. Гастропод звучит как какая-то... болезнь. Да, но это такой моб такой. Остался один плавничок. Сколько тут этих ледяных духов, блин? Один плавничок, говорю. Ага, да я слышал. Он на меня кальмар напал. Кальмар? Какой еще кальмар? Да. Кальмар такой, вот реально как кальмар. Сквит его зовут. Офигеть, я понять не имел, что они здесь есть. Я тоже. Я думал, что в террарии-то таких не существует. А я кораллы собираю. Может, ты будешь акул бить? Может, уже ночь? Я бью акул, их нет пока. Так ты отойди от океана, снова приди, я не отхожу. Появится. Ну, правильно, пока я отхожу, я собираю кораллы. То есть ты кораллы не в океане собираешь? Я говорю, пока параллельно я отхожу, я собираю кораллы. Все, мне осталась одна акула. И будет мне счастье. Угу. Ну где вы, мрази? Идите уже сюда. У меня уже... О, я знаю, почему мне плохо. Что? Мне выпало знамя медузы! Кто-то написал. Это, я думаю, это очень хорошо. Опять гастропод. В понедельник оркестра не будет, мне только что Гриша написал. Да? Офигенно. Да. То есть я послезавтра вообще смогу до обеда спать. То есть не до обеда. Но я хорошо высплюсь. Потом я пойду... Акула! Пойду на теорию, потом я такой пойду, короче, на географию. И потом кое-что... Еще у меня есть дела. Дела с Юрией. Да. Нет, она тут ни при чем. Ты готов убивать уродца? Да. Погнали, копьем его сразу же. Его лучше всего убить, когда он параллельно этому копью. Вот, как сейчас, например. Да, во-во-во. Правда, он тоже нехило дамажит, я хочу сказать. Я знаю. Ну из этих придурков, шариков... Я потому что не выпил ни одного зелья. Из шариков выпадают сердечки, очень много. Нафиг прям внутри него стоишь. Я не вижу свой курсор, где мой курсор? Ты чё на одном месте стоишь? Потому что я ему по косарю секунду сношу почти. Всё. Так, и где у него была башка опять? Что-то моя... На этот раз, да, даже я про это забыл. Где... Пошёл? Где его дропы? Под землей, может? Нет, вроде у него башка где-то сверху была. Да, я нашел его дроп под землей. Ага, хорошо. А, да? Ну ладно. Ну сколько там выпало душ? Сейчас смотрю. Какая самая классная кирка? Големовская, да? Да, она вообще такая классная. Она у меня в основном мире есть. 36 душ выпало. Нормально. И выпал трофей Дестройер. Ха-ха-ха.